Эй, привет! Привет всем! Всем привет! Мы в Березинском районе, так что наперед у меня новое. Орался до садила. Попрощавшийся до хаточки. Приглашаю ребят к микрофону, мы приступаем. Здорово, что у нашей Беларуси есть такие люди, которые ценят белорусские песни. Долучайтесь и наперед у меня новое. Подорожжа по розных кутках Беларуси протягивается. Стародаўнія напевы набываюць сучаснае гучанне. Аксана Вечар, Юрась Вашчук і «Наперад у мінулае». Кожную суботу на Беларусь 3.